Здравствуйте, уважаемые зрители, и у меня для вас последние новости о Анастасии Заворотнюк. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. Напомню, что уже третий год подряд Анастасия Заворотнюк продолжает тяжелую борьбу с раком мозга. На данный период времени 50-летняя звезда живет в загородном доме в поселке Крекшино. Там постоянно дежурит охрана, которая защищает ее от посторонних лиц. По словам близких и родных, Анастасия Заворотнюк находится в стадии ремиссии. На данный момент Настя в сознании и адекватно на все реагирует. Во дворе она проводит много времени, передвигается в коляске с нанятой сиделкой. При этом водные процедуры для нее пока под запретом. Также родные и близкие добавили, что актриса принимает препараты, чтобы снять болезненные ощущения. Они отметили, что актриса сейчас одевает косынку и солнцезащитные очки. Косынка закрывает отсутствие волос. К сожалению, звезда серьезно поправилась, и родные не дают ей зеркало, чтобы понапрасну ее не огорчать.